Этот муравей уже по кругу кружки бегает минут, наверное, 35-40. То в одну сторону, то в другую. Наверное, он сломался. Итак, друзья мои, всем здрасте. Сегодня уже третий день, как я тусуюсь на Тургаяке. Место шикарное, офигенное. Оно такое сильное энергетическое. Оно красивое. И я застал его и в тихую ясную погоду, и в ветреную, и в пасмурную. И вот это все было за вот это несколько дней. Сегодня ветер, небольшие волны. Вот там он, катерок стоит. И в принципе шикарный вид. Могу ли рекомендовать? Да, обязательно. Я прям, если честно, ни разу не пожалел. И всем, кто мне порекомендовал сюда ехать, огромное вам спасибо. Вы красавчики, вы реально красавчики. Это реально того стоило. А еще добавлю, я уже с многими познакомился и поговорил. Вокруг этого озера есть тропинка или дорожка, я не знаю. И там люди спокойно катаются на велосипедах и от силы тратят на это часов 8-9. Так что если вы будете здесь, можете на велосипеде дать кружка вокруг этого озера и ни разу не пожалеете. У меня была идея, но пора в путь уже. Да, как бы здорово не было, я насытился, я напитался. И я сегодня утром просыпаюсь и понимаю, что вот когда вот приходит состояние, когда ты насытился. И все. Я вот сегодня с этим состоянием проснулся, думаю, все, мне достаточно, пора ехать. Так что все, едем дальше. Впереди Златоуст и много всего интересного. Сегодня в идеале доехать до Садки. Если нет, посмотрим Златоуст. Все. Иначе здесь можно на Урале ездить, смотреть все и еще целый месяц потрачу, сколько я ехал по Сибири. Вот. Так что все, поехали в путь. Сегодня выехал с Тургаяка где-то то ли в 2, то ли в 2.30. Думаю, ну километров 80, думаю, за сегодня осилю. Ну, на крайнях 60, думаю. Ну, если совсем все плохо, 50, думаю, ладно. И все бы ничего, только я не учел один интересный факт. Это то, что это Урал, и начались перевалы. И сейчас я проехал 36 километров. Ну как проехал? Километров, наверное, 14 из них я прошел пешком. Ты посмотри на небо, как мир хорош. Рисуют облака фигуры сложные. Ты не пытайся разгадать, что к чему. Ты не пытайся распознать невозможное. Долгие сборы, быстрые проводы. Ты не дождешься лучшего. Случайно познакомился с челиками, автостопщики. В двух словах, откуда, куда и почему. ЕКБ Крым, ЕКБ Крым, потому что тепло. Крыму тепло, на море хорошо. Да, я с Челябинска и туда прямиком на море. Кайфовать, нежиться, ходить босичком и в тряпочке. А то тут холодно. Фиолент. Да, привет, Фиолент. Если ты Фиолент увидишь, мы скоро приедем. Ладно, все. Пожелаем вам удачи. И тебе, брат. Сейчас стою перекусываю вдоль дороги, он остановился. Место так себе, конечно. Кофеек себе сделал.
Видно, нет. Кофеек, фасоль доем. Он что-то выложил, что-то нет. А, мусор. Там килька вредная попалась, на перчатке протекла. А вон вдалеке ребята идут, автостопщики. Если меня увидят, познакомятся, я думаю, они меня увидят. Вот так вот новых друзей себе и заводят. Познакомился с ребятами. Привет. В двух словах, откуда, куда и почему. Мы из Златоуста путешествуем, хотим доехать сейчас до Сатки. Да. Круто, а потом? А потом обратно. У нас остается на один день. Туда и обратно. Да. Да. Но мы уже ездили из Мяса, из Петербурга, а потом ездили, куда мы еще ездили, на Челябинск. Ну, то есть мы по области, вот там, по Уралу, катались, что тоже хотим еще куда-то поездить. У вас нет еще не запланировано? Пока нет, но в целом шикарно, да? Ладно, все, огромное спасибо. Ты посмотри на небо, небо не спит. Ты посмотри на солнце, солнце смеется. Сквозь слезы ты бескрайний мир улыбнись, и благодарный мир тебе улыбнется. Долгие сборы, быстрые проводы, ты не дождешься лучшего повода. Разум холодный, нервы как сталь. Ты улетаешь вдаль. Ты улетай, прощай, яркой кометой. Не поздно, май. Все, что случилось, все, что случится, ты улетай, но так и знай, это приснится, снова приснится. Сейчас еду, на трассе останавливаются ребята. Всем привет. Мы, говорит, на тебя подписаны, говорит, пошли чай попьем, пообщаемся. Стоим, пьем, общаемся. Ну, слова. Следили за Евгением по интернету, случайно познакомились. Я его приглашал в гости, когда он еще был, не доезжая Кургана где-то. Он сказал, хорошо напишет, ну, видимо, постеснялся или что. И у меня времени не было, я сейчас еду из Уфы. И увидели его поднимающуюся в гору в районе Сима. Ползущую улитку и медленно в гору. Закричала Женя, Женя, я вижу, разворачивайся. Развернулись, вот что было сейчас. Чай ему напоили. Сейчас банан ему отдадим, у меня остался. Яички домашние, все. Так что не оставим его в беде. Спасибо. Так что ребята тоже катаются, да? Да, тоже катаем. Так, пока об этом. Рекомендую всем. Рекомендую путешествовать, кататься. Ну, это здорово, позитивно. Так что не очкуйте, путешествуйте, общайтесь, знакомьтесь, делитесь эмоциями и впечатлениями. Правильно же? Ура! Да, конечно. Друзья, всем рекомендую. Небо, самолеты, зонды и ракеты встретят нас с тобою. Звезды и планеты в небо устремляйся сердцем.
Я сейчас херачу с горы на дикой скорости. И передо мной просто офигенная дорога, как на картинках. В конце холм. И это все идет вниз, и у меня столько эмоций. У меня столько энергии. Я прям еду и ору от радости. Я не знаю почему. Но я хочу этим поделиться. Все. Всем хорошего настроения. Пока!